300 тысяч рублей за победу на турнире по бодибилдингу. Не такие плохие деньги. Остальные турниры даже не просите денег, вы их не получите, потому что вы их не заслуживаете. Общий призовой фонд Siberian Power Show 17 тысяч долларов. И я, в принципе, догадываюсь, кто эти деньги заберет на самом-то деле. Но хочу, чтобы забрал другой человек. Еще есть арабы. Турнир международный. Мы привезем, наконец-то, наши шмотки, которые вы все любите и хотите. Можно будет тоже там получить, выиграть, купить, украсть, возможно. Ну, шанс есть всегда. Друзья, привет! 300 тысяч рублей за победу на турнире по бодибилдингу. Не такие плохие деньги, особенно в реалиях российских турниров. Да-да, ребят, 300 тысяч рублей можно выиграть, поэтому Новый год только недавно прогремел, у вас еще есть время накачаться к 8 марта. У вас есть время накачаться и поучаствовать, наверное, в самом крутом турнире на территории Российской Федерации. Это Siberian Power Show в городе Красноярск. Genetic Club – это генеральный спонсор Siberian Power Show 2020. Кому интересно, сколько это стоит, запросите у организаторов прайс-лист. Да, это дорого. Да, остальные турниры даже не просите денег, вы их не получите, потому что вы их не заслуживаете. Сначала нужно сделать уровень, показать крутое мероприятие и потом на что-то рассчитывать. Наоборот, не делается. Это как с спортсменами. Не нужно говорить, что у вас хорошая генетика и мама говорит, что вы здоровый. Идите, выиграйте турнир, покажите достойную форму, и потом уже на что-то можно рассчитывать. Общий призовой фонд Siberian Power Show 17 тысяч долларов, на самом деле уже за сегодняшний день больше, потому что курс бакса упал, так что может там уже 18 тысяч баксов корячится суммарно. Но в рублях все просто. Бодибилдинг, 300 тысяч рублей за первое место, крутейшие бабки. И я, в принципе, догадываюсь, кто эти деньги заберет на самом-то деле, но хочу, чтобы забрал другой человек. И сейчас я вам попробую озвучить уже атлетов, которые ясны. Мы сейчас выведем их фотографии, поэтому давайте поможем мне тоже разобраться, вместе подумать, кто же выиграет этот турнир. Для меня фаворит, но думаю, для вас он просто не явно. У меня есть подсказочка, естественно, это список атлетов, которые у меня в телефоне. Там парочка человек, которые из категорий выйдут, да. Так, те, кто уже приглашены на гала-шоу, это Усейн Салимов, чемпион России по бодибилдингу. Так, дальше. Зуфар Бодрунов, чемпион России, чемпион Питера. Хотя мне очень нравится Зуфар, как спортсмен, очень нравится его форма, и сам парень очень приятный. На Питере я за него всегда болею, еще с самого первого его выступления, которое лично просто я застал. Я помню, я видел, и тогда я вообще хотел, чтобы он был намного выше. Да, он занял, по-моему, место 5 или 4. Но почему-то я его досчитал чемпионом, мне очень понравилась форма. Анатолий Сенькин, призер на классик. Димка Крылов, ну он веселый, вот. Дальше, Алексей Тронов, я думаю, что бороться он будет серьезно, тем более, и подведется хорошо. Тронов делает хорошую форму, чемпион России, очень много титулов у него, даже перечислять, думаю, нет смысла. Андрей Шепелюк в том числе. Ну и конечно, ребята, я вот забыл, и у меня есть кто, я думаю, выиграет, заберет деньги. Текст не прочитал, вылетел из головы. Миша Сазонов, во-первых, родные стены помогают, во-вторых, по-честному, если Миша будет таким же, как был на чемпионате мира, в этом списке атлетов, ну никто даже рядом не приблизится к нему. Будет Миша и остальные. Будет упорная борьба за второе место из этого списка. Для второе место тоже будет не самая упорная борьба. Я думаю, три атлета будут соревноваться из названных. Ведь еще есть арабы. Турнир международный. И будет много гостей за границей. Это отдельно круто. Отдельный респект Денису за это. А про арабов мы узнаем позже. Я на самом деле отдельно про них тоже выпущу. Найду видео с этими ребятами, чтобы вы понимали, кто едет против наших ребят воевать. Есть кое-что еще интересное. Еще два атлета наверняка выйдут с категорий. Они меньше весом, они меньше ростом, но они крутые. Это Тихонов Андрей и Саша Эскер. Вот я сказал, что у меня есть фаворит мой личный. Я хочу, чтобы этот турнир выиграл Саша Эскер. Мы очень давно с ним знакомы. Ну, прям очень давно. Он был в команде Генетика, потом были в перетрубации, мы сокращали команды. Но как атлет, как человек, Сашка просто восхитительный. Саня, если ты готовишь сейчас на Сибири и вдруг посмотришь ролик,
то ты напиши мне. Я готов тебя поддержать нашими товарами, ты с ними знаком, и с гормоном, и с питанием. Хоть что ты выиграл, хочу внести в это свой посильный вклад. И правда считаю, что Саша Эскин вообще один из лучших бодибилдеров в России. Давайте подумаем вместе, пишите в комментариях, кто же, по вашему мнению, может выиграть. Может быть, давайте расставим места по порядку. Это ребята все интересные спортсмены, мы на них найдем ссылки, по крайней мере постараемся. Внизу под роликом список ссылочек на всех этих атлетов. Можно подписаться, думаю, они все будут выкладывать в соцсети информацию о том, как они будут готовиться к Siberian Power Show. Давайте все вместе поддержим этих ребят, давайте все вместе поддержим турнир, крутейший турнир с реальными призовыми, которых вы все ждете и хотите. Настоящее реальное шоу. И еще, если Денис вдруг решит реализовать свою идею о платной трансляции, я вас призываю оплатить и смотреть, и следить. Потому что, во-первых, будет точно интересно, будет качественно, будет здорово. Давайте вместе двигать индустрию. Это того стоит. Это будет реально прикольно. Это онлайн с телефона, это живое. Это круто. Это тот турнир, тот организатор, которого нужно поддержать, потому что пока это единственный человек. Во многом он сейчас формирует будущее не только индустрии, но и бодибилдинга самого в целом. Поэтому пишите ваше мнение, пишите вообще, приедете ли вы на Сибири. Ну, естественно, если вы живете где-то рядом, вы можете добраться, однозначно поехали. Увидимся там, там буду лично я, как генеральный партнер и приглашенный гость. Там будет практически вся команда Генетик. Мы придем питанием, вас угостим, накормим, напоим. Мы привезем, наконец-то, наши шмотки, которые вы все любите и хотите. На их можно будет тоже там получить, выиграть, купить, там украсть, возможно. Как вы любите делать это на SN Pro, воровать, но шанс есть всегда. Мы будем бдеть и смотреть. Спасибо, что посмотрели. Палец вверх однозначно тоже я от вас жду. И все, пока.